Фигуры высшего пилотажа в небе над Красноярском. Сегодня на острове Татышев в районе Вантового моста для красноярцев прошло авиашоу. Пилоты совершили демонстрационные полеты на отечественных, французских и американских вертолетах, а также на легких одномоторных самолетах. Показательные выступления провели и парашютисты Красноярской региональной поисково-спасательной базы. Чтобы посмотреть авиашоу, на мосту и площади перед БКЗ собрались несколько сотен человек. Вот еще одна бочка. И еще и не одна бочка. Слушайте, круто! Отличное шоу. Такого я не видел никогда, если честно. Вертолеты! Красиво! И парашютисты, вот говорят, красиво летали. А тебе что больше понравилось? Парашютисты!